Дождик, что ли, идет, я не помню. Так, а где третий? Я по крайней, я у газет. Видите, я чуть никого не вижу на той стороне. Да по идее здесь кто-то появился на яме или в этом. И они сразу да все побежали. Ушли. Кто в библиотеку, кто в общаге. Ну да. Так, вон, жила... Есть. Бот? Бот, походу, да. А что ты себе ее не забрал? А у меня рюкзака ж нету, я тебе еще раз повторяю. Но мне бронеразгруз. Так, а, ну бронеразгруз. Так вы где? Я в этой восстановке. Сразу за танк. Бежит по противоположной стороне к нам, челобот, по-моему. Как мы шли. Сейчас я его убью, подождите. Сейчас он пробежит. За трубами. Это пошла. Это не челобот, он за трубами слева. Где угол? Гранат кинут. Туда кидай прям трубы, где самое. Вон он, вон! Сейчас я подпущу его, подождите, я подпущу его. Все, минус. Все, он умер. Блять, а он походу жирный, что он столько выдержал. Да, он жирный. Нет, это прямо пойдет. За тем забором, скорее. Снайпер, это снайпер кого-то лупит. Вон он кого-то выцеливает. Да, я его убью, а. Сколько тебе ботов осталось? Да дохуя. Он стрелял, он выцеливал кого-то именно на, вообще, это самое, на библиотеке. Точно хотите на стройку заходить? А как ты предлагаешь? Слева ее обойти. Он сидит прямо. Все, он умер. Чё я перезаряжаюсь. Это бот был? Да, бот был. Блять, я нас спалил, блять. Блять, надо будет магазин подкинуть. Стройки бот или кто чела бот? Бот, по-моему. Я захожу на стройку тоже, только рядом. Мы на с конца зашли. К этому, к фургону подошел. Сейчас я пойду посмотрю. Фургону. Но он, скорее всего, дальше уже ушел. Второй квестовый фургон, вот он за ага. Него пошел. Тут валяется труп. Еще труп. А ну, нет, здесь стрельба. Труп. Ты ж слышал, стрельба была. Так, я за бочкой уже захожу по помойке сейчас. Я уже около бетона. Вон, да, вы его убили, да. Все. У каждого свой опыт накопленный. Страдания и боли. Так, мы подходим уже. Пол пивнухи. Я у трёхи. Пивнуха. Шаурма. Открываю. Справа. Захожу на первый. От пивнухи справа. Я на первом. Ты кого-то убил? Бот. А, ну сюда я посмотрю. Вот он, к дереву, куда я смотрю. Вон дальше проходит, вон, видишь? Спасибо. Чё, заходим? Была не была? Сайт. У меня галюк или там в конце коридора кто-то лежит, я не пойму. Или это мешок, или это труп. Это мешок. Если бы это был не труп, он бы уже бы себя бы обозначил стрельбой в твою сторону. Блин, я уже нихера там. Давай с фонариком, кто там есть? Я. С фонариком давай первого пустим. Третью держу. Пошел на третий. Мне второй надо тоже. Второй вроде чист. Мне туда в конец надо. Третий открыт. Третий трупы. Не, ну тут гранаты рвали. А, почему третий открыт? Я не понял. Мы когда заходили, третий был закрыт, нет? Я уже ни хера здесь не вижу. Кто это?
Живой? Да. Еще, еще. Откуда вы? Да, с первого этажа. Боты, по-моему. Чего бот, наверное. Там еще один был. Главного входа? Да, да. Гранату им кинул туда. Только мы на втором. Они два минус. Моя была. Это два минус. Опа, это что такое было? Что? Выстрел. Да не это рикошет от гранаты твоей. Внизу чисто, лутай. Так, а где Саня? Возле этого входа на Таркон. Пойду-ка я смотрю. Пойду-ка я чекну тогда этот пока автобус, ключик. Они, наверное, в общаге того, вот, в гаражи тоже ушли, так что кто-то должен быть. Еще четверо, по идее, с этой стороны должны быть. Да, в Тарконе тупо могли заспавниться. Так, я заложил. Окей. Чё, куда? Чё, Таркон? В библиотеку? А, ну Таркон. Ну, библиотеку мы уже точно проебали бы. Чё, у нас ближний респ до неё. Только мы не туда пошли, Серёг. Ладно. Лутаем синюю. А, где моя броня? Вот в синем в этом как-то мо. Я тебе в сумку положу её. Все, она в сумке лежит. А кто убежал? Да рядом. Тот вход. Это прямо. Вот труп вижу. Кто-то бинтуется. Это убивает. Минус. Кого? Кто? Да тут просто. А это нам. Отдышались, все, бежим на выход. Боты пытаются добрать рейдеров. Либо рейдеры добрать ботов. Опа, блядь. Убил? Убил. Убил? Это я тут, это я. Блядь, я вышел. Выходим. Лутайте его, я его убил, он лутай, в ангаре, лутай. Я вышел. Ребята, время. Лутай, еще 2 минуты. Он хороший должен быть. Бетый. Справа он был, он из бункера спустился. Меня убили. Это был челомбо.